Я бегу в налоговую за ИНН. Перед поездкой я подавала заявление. И вот вчера мы приехали, мы успевали до закрытия зайти, мы зашли, но они его потеряли где-то, в общем, не могли найти. Сегодня я уже позвонила, сказали, можете приходить забирать. У нас такой гололед, а я еще обула не ботинки, как хотела, а по ошибке кроссовки. А в кроссовках просто по льду нереально идти. У нас еще минус 10, здесь холодно. Хоть в Воронеж. Я, походу, заблудилась. Короче, я не знаю, где я даже. Однозначно я завернула куда-то не туда. Тут какие-то новые постройки. А это уже где-то ближе к окраине. Но мне кажется, нужно куда-то туда. Алло. Ну вот, иду в поисках налоговой. Ты думаешь, я помню дорогу? Как в Атак. А как в Атак идешь? А ну. Я нашла Атак, а напротив него должна быть налоговая. Я надеюсь, я на правильном пути. Да, только я иду по дороге. Еще садится камера. Забрала. Заодно иду в Атак. Смотрите, как рекламу уже присылают. Уведомления! Срочно скоро будут писать большими буквами. Лишь бы только открыли и посмотрели, что в конверте реклама. Очки, оздоровительный центр. Хочу показать вот такой вот мед. Я как-то прихворала и брала его у нас в супермаркете. Так вот, я не советую именно мед этой фирмы, да и вообще брать в супермаркетах. Не знаю, может быть, есть какие-то проверенные марки, но я сомневаюсь в этом. С виду мед такой вроде бы ничего, но один нюанс, что это просто даже не мед. Здесь какая-то доля меда есть, но она очень мала, потому что мед очень жидкий. И плюс ко всему, там внутри сахар. В общем, не ведитесь на вот такой вот якобы мед. Все, еду в Воронеж. Так, стоим, ждем возле Лидо Блаблакар. Ну все, приехала, заказала такси через Яндекс приложение первый раз. Заказываю, посмотрим, что получится. Ну что, Яндекс такси слился. Я вызвала, короче, прождала 10 минут. Мне было назначено на 13:10, сейчас уже 20 минут. Никого нет, я перезваниваю по номеру, который там указан был. Мне отвечает какой-то мужик странным голосом. Вам нужно другую программу какую-то. Какую другую программу? Вызываю другое, свое проверенное. Так что не знаю, как там Яндекс, офигенный или нет. Все это просто сплошная тупая реклама. Как неожиданно. Вон там дедушка пошел, предлагал только что донести сумку мою, вот эту. Говорит, что далеко донести, давай помогу, я мусор вынесу, сейчас помогу. Я вообще в шоке. Дедушка старенький, еле слышит, так мило. Ну чё, на своем проверенном такси Сатурн доехала, нефиг делать, и ждать долго не пришлось.